Димочка, привет! А где твои кудряшки вчерашние? Всем привет, канал Артмания. Где твои вчерашние кудряшечки? О, нету, нету, и даже сзади смотри, нету. А вчера такой был кудрявый, а поспал, все. Нет кудряшек. Нет кудряшек, да? Да. Нету. Где твоя кудряшка? Нету. Чу-чу. Да? Нас забрали плиту наконец-то. Ура! Теперь здесь как свободно, хорошо. Осталось вот плинтус сюда вот положить. Вот это убрать. И вот мне нужно вот где тут покрасить. Вот эту трубу сегодня я хочу, наверное, заняться покрасить. Вверх мне, наверное, муж покрасит. Я не достану, а низ я сама покрашу. Вот. Сразу стало так пусто, свободно. Кухонка стала большой. Наконец-то эта старая плита уехала. Стало все хорошо так. Да, вот тут уже, кстати, торчат. Здесь будет розетка у нас. Здесь будет микроволновка. И пониже вот тут будет тоже две розетки. А с этой стороны будет три розетки. И вот тут внизу две штуки. Вот, розетка будет наконец-то много. Как я и хотела, потому что у нас все время нехватка их. Вечно не хватает, видите, вон протянуто. Вот, кстати, я уже помыла, убрала здесь, было очень грязно. Уже стало чистенько. Ура! Варю вермишельку здесь. Вот. Варю вот много получилось у меня, потому что еще мужу вдобавок на завтрак завтра. Сейчас поедим вместе. Вот, варю ее в мультиварке. Потому что плиты у нас нету временно. Сегодня я ее продала. Вот, видите, у нас тут пусто. Шланг лежит. Так, трубу я так и не покрасила сегодня. Сегодня так и не успела. Наверное, завтра буду красить. Также у нас тут все как и было. Весь этот завален. Еще мне надо убираться и убираться там. Вот. Так, варим мы ее. Так, здесь у меня чайничек с зеленым чаем. Опять я захотела, не могу. Муж купил какую-то... А, ренит горбуша. А, это та рыба. Это, короче, рыба консервированная, пропущенная через мясорубку. Вот. Ну, не помню. По-моему, обзор на нее делала. По-моему, делала. Не помню я уже. Делала, да. Там еще косточки попадаются периодически. Можете посмотреть. И сегодня муж купил такой вот сыр. Интересный. Ну, обычный вроде бы российский. Все, но такой тоненький. Он чуть больше сантиметра. Вообще, в принципе, я люблю вот эти вот российские всякие. 318 грамм. Такой у нас сегодня. Ну, с такой вот красной этикеткой. Они мне нравятся. А которые продаются в магните, сыры, мне не нравятся. Они переплавленные, они не плавятся потом. Уже была такая у меня ошибочка. Хватает воды немножко. Вот такой у нас ужин. Вермишелька, петрушка, сырок, горошек. Вот, и у мужа точно такая же. И это ему на работу завтра. Вернее, не на работу, а на завтрак он поест, а на работе он там себе купит. Так красиво это получилось. Такие. Классно. На сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.